большой привет! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Альфия. Сегодня мы с вами откроем посылочку, которая мне пришла из города Омск. Это, во-первых, так неожиданно, это невероятно приятно. Я абсолютно не подозреваю, что же там внутри. Давайте скорее открывать. Я сегодня с утра прям побежала на почту. Хорошо, что сегодня у меня выходной, потому что как я дожила бы до понедельника, я не знаю. По воскресеньям у нас почта не работает. От любопытства я бы это сгорела бы. Сейчас, девчонки. Что же там, что же там? Посылочку мне прислала Ника. Итак, меня встречает зеленый пакетик. И тут письмо с единорожкой. Пишет: так долго шла к тебе, я вообще не подозревала, что она ко мне идет. Это посылка. О, здесь, кстати, всякие штучки для воскресной школы. Пишут, что здесь может быть что-то полезное для меня и детей, с которыми мы занимаемся. Спасибо большое, Ника, так приятно. Давайте смотреть, что там. Итак, здесь у нас в странице этого фея розочка. Это блокнотик. Цветочки, потому что я, видать, собираю букетики. Так мило. Смотрите, какой красивый блокнотик. Ой, я в него буду записывать какие-нибудь красивые свои идеи про букеты, что-нибудь такое. Такой красивый блокнот. Прям класс. Такая приятная бумага. Мне нравится, когда вот такие лепесточки здесь, цветочки всякие. На них приятно, знаете, иногда вот бывает какая-нибудь идея пришла, задумка. Раз написал, когда еще все такое красивенькое рядом, это очень это красиво. О, 15 открыток с картинами Гапчинской. Гапчинскую я обожаю. Еще со времен подготовки к свадьбе я некоторые вещи покупала с этими ангелочками. У меня был блокнотик тоже с этими вот ангелами Гапчинской. Здесь, смотрите, она такая, в общем, это комплект открыток, которые можно вот так вот по пунктирной линии оторвать и подарить кому-нибудь. Класс! Кстати, вот да, можно этот, я же иногда отправляю букеты, да, с цветами, вот можно эти открыточки использовать и туда, потому что я все равно кладу обычно открытки, вот, а можно использовать и эти. О, фламинго! Смотрите! Вы знали же, да, знали? Я очень люблю фламинго. Я так рада, что сейчас они в такой моде. Ну, хотя уже бум постепенно спадает, но все равно. А когда мы... Ой, когда мы в позапрошлом году были в Турции, на территории нашего отеля был очень большой заповедник, зоопарк, и там были фламинго, божечки, я, знаете, я просто не отходила от них, они такие красивые, ну прям, о, это моя любовь случилась, я была так впечатлена, я не знаю, если я когда-нибудь поеду на их историческую родину, да, место обитания, я, наверное, там просто... У меня сердце разорвется от избытка эмоций, от избытка чувств. Но это вот классный набор для вышивки на одежде. И сейчас как раз скоро, ну вот лето у нас, да, я обязательно выберу какую-нибудь рубашку. Или, возможно, платьишко у меня какое-нибудь найдется. Или я куплю специально для этого дела. Ой, обязательно вышью. Прям круто. Спасибо, Ника. Причем вот эта вот жар-птица, я ее только недавно для себя открыла. Это дочка, по-моему, Панны, что ли. Вроде бы Панна. Могу ошибаться.
И у них это... А, МП-студия, по-моему. И у них так много красивых таких миниатюр и на пластике, и на водорастворимой канве, и на деревяшках. Ну, прям очень круто. Ой, прям вообще угодило. Прям это. А тут у нас получается материал для занятий. Ой, сколько тут много всего, девчонки. Вы только посмотрите. Целый набор вот такой различной бумаги. Потом здесь у нас набор скраб-бумаги разный, разный. Сейчас вам отсвечивает. Девчонки, ну вот здесь прям много-много всего. И это отдельные листочки. И вот такой наборчик. Здесь тоже прям много-много всяких-всяких. Круто, мы столько открыток наделаем. Нам как раз батюшка недавно мне сказал, что нам нужно делать открыточки такие, чтобы мы могли, допустим, наших спонсоров, да, храма, попечителей иногда поздравлять на празднике. Ну, чтобы это были открыточки таких, ну, от наших деток, это прям будет круто. Цветные карандашики. О, вот эта штучка тоже прикольная, я такую помню, она еще и в моем детстве тоже была. Тут вставляешь кругляшки, так рисуешь, получаются такие разные картинки. Прикольные. Это здесь у нас всякие пакетки. Короче, надо разбираться, тут прям много всего. Смотрите, всякие штуки, чего только нет. Ника прям волшебница. Всякие наклейки красивые. Бисер. Смотрите, сколько бисера. Тут можно делать, не переделать. Цветочки. Вот. Ленточки. Ленточки атласные, розовые. Ой, кстати, классные тоже вот такие эти. У них там есть разные ножнички, но уже половина, знаете, это раздолбались. Детишки уж что, все равно у них не так получается аккуратно использовать долго. Так, а здесь у нас скотчи красивые. Я не уверена, что вам будет видно. Вот здесь пример, но он здесь немножечко такой бледный. А здесь птички, а здесь как будто бы механизмы, вот эти шестеренки. Тоже можно использовать куда-нибудь на поделку. И для вязания. Ой, я хочу вообще на следующий год, ближе к зиме, с ними что-нибудь связать и украсить там красивенькой вышивкой. Очень надеюсь, что с детишками все это получится сделать. И, Ника, прям ты такая молодец. Только всего прислала прям. Марик, иди сюда. Я боюсь, что он сейчас вас снесет. Я вас так немножечко поставила. И это прям круто. Иди сюда, Марик, покажись. Иди сюда. Не хочет. Короче, Ника, я тебе невероятно благодарна. Я обязательно отвезу все это в воскресную школу. Я уверена, что если, в общем, я успею, я, наверное, отвезу туда все на ярмарку. И там как раз будут детки, я обязательно сниму тебе от них спасибулечки разные. Я уверена, что все будут в восторге. Сейчас уже у нас заканчивается учеба, там у них будут каникулы. Но летом мы с некоторыми детишками все равно будем встречаться. Вот, а на следующий год уже вот это все дело пойдет прям в ход. И, ну, открытки мы уже летом, наверное, будем делать. Поэтому это прям невероятно круто. Спасибо тебе большое. Я очень рада прям этой посылке. Прям спасибо. Крепко тебя обнимаю. И спасибо, девчонки, всем вам за то, что вы посмотрели мое видео. Вот, я очень хотела поделиться своей радостью. Я надеюсь, что у вас тоже немножечко поднялось настроение. Дарите подарки, получайте подарки. Вот пусть у вас такой, знаете, круговорот подарочков и хороших эмоций будет у всех нас. Всех вас сильно обнимаю, целую. Вот, хорошего настроения. Пока!